На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Ахмедова Арина, мне 7 лет. Я живу в городе Миасе. Стихотворение называется «Возвращение». Виктор Гончаров. А все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчурка маленького роста. Девчурка, остренькие плечи. И котелок упал на камни, 4 с лишним дома не был. А дочка, разведя руками, сказала: «Дядя, нету хлеба». А я ее схватила к звездам и целовал в кусочки неба. Ведь это я такую создал, 4 с лишним дома не было.